Котельную в Кубинке 10 в 2018 году Одинцовская теплосеть приняла от Минобороны. На тот момент она была в нерабочем состоянии. За год эксплуатирующая организация провела масштабную работу. Восстановила два котла, установила третий новый и проложила теплотрассу. Сейчас модернизированная котельная передана в ведение муниципального унитарного предприятия ЖКХ «Назарево» и без перебоев обслуживает 24 жилых дома. Теплосеть, несмотря на все сложности, которые сейчас все-таки сделала и улучшила надежность теплоснабжения этого городка, установив третий котел. Теперь есть здесь и основное оборудование, и резерв есть. В случае отказа какого-то котла можно перейти и свободно уже работать. То есть жители городка это должны почувствовать. Другой важный объект – котельная в деревне Чуприково. Здесь каждый год планомерно ведут замену участков теплотрассы от котельной до ЦТП. В прошлом году уже заменили 130 метров. В этом году уже тоже поменяли участок трубы. То есть идем планомерную работу к тому, чтобы к зиме мы подошли достойно, будем говорить так. В этом году тоже провели гидравлические испытания. Те, которые обнаружены у нас места, мы сейчас ведем работу по, будем говорить, замене участков, которые не выдержали испытания, гидравлические испытания. Летом на всех котельных Одинцовского округа проводят профилактические работы. Идет подготовка к осенне-зимнему сезону, чтобы с первыми морозами в домах жителей было тепло и уютно. Екатерина Крамер, Фарид Хариддинов, телекомпания «Одинцово».